Ранее Касым-Жомарт Токаев принял и министра обороны. Руслан Жаксылыков отчитался президенту о деятельности оборонного ведомства за 2024 год. Он доложил о боевой подготовке войск осенней призывной кампании. Глава профильного ведомства также рассказал о мерах по укреплению дисциплины и безопасности на воинской службе и том, как модернизируется военная инфраструктура. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил министру эффективнее взаимодействовать с отечественными оборонными предприятиями и развивать территориальную оборону.